О Донбассе сегодня говорили в Европарламенте, обсуждали урегулирование конфликта и прекращение огня. Нардеп от оппозиционного блока Александр Вилкул подчеркнул, что путь к миру на востоке Украины лежит исключительно в дипломатической плоскости. Говорили также о повышении градуса радикализма в обществе и давлении со стороны власти на оппозицию. В Европарламенте уверяют, за ситуацией в Украине тщательно следят. Европарламент реально контролирует ситуацию, связанную с давлением и уголовным преследованием оппозиции в Украине. По приглашению евродепутатов из очень разных фракций мы сегодня провели здесь, в Европарламенте, в Страсбурге, очень большую дискуссию. Они не могут понять, как с одной стороны наша власть рассказывает уже пятый год про торжество демократии в Украине, а с другой стороны, как они могут поддерживать ультрарадикальные организации, оказывать давление на СМИ. Было очень приятно видеть, как многие члены Европарламента встречались с Александром Вилкулом здесь, в Страсбурге, в сердце Европейского Союза, чтобы услышать его мнение о происходящем сейчас в Украине, о конфликте, о том, чего он надеется достичь и что хотелось бы сделать для решения этой проблемы.